Здравствуйте, молодые люди и пожилые, и всякие разные. Короче, что я буду делать сейчас? Я буду крутить вилспины, и машина, которая мне выпадет, я попробую на ней поставить какой-то рекорд. Я пока что хуй знает, какой рекорд я попробую поставить, но надеюсь, топ-1000 какая-нибудь. Эта идея пришла, ну, как бы не мне. Лично, короче, эту идею я спиздил у чувака на англоязычном ютубе. У него канал называется Dubs. У него была, как бы, ну, точнее, и сейчас есть рубрика, типа, если это можно так назвать, топ-1000 в Forza Horizon 4. Он просто берет машину, как бы, выбирает любой ивент, вот типа вот этих радаров, и пытается, ну, как бы, пробиться в топ-1000. Ну, а я попробую, в общем, покрутить вилспин, как бы, и посмотреть, какая машина мне выпадет. В общем-то, что с ней можно сделать? Давай сразу начнем. Деньги. Ну, 120 тысяч нормально. Далеко не на всех районах. О! Ага. Ну окей. Вот она. Ёб твою мать, и как я собираюсь на этом ставить какие-то рекорды, блядь. Все очень плохо. Я даже не знаю. Что с ним можно сделать? Вообще-то под что и... Ну, дрифт. 100%. Тут все будут настройки под дрифт. Да. Дрифт, дрифт, дрифт. Окей, какой класс? 890. Это будет сложно. Но я постараюсь. Так, ладно, допустим, дрифт-зона. Я ни в одном дрифт-ивенте еще не был, типа, в топ-1000. И я думаю, на основной карте, блядь, это вообще практически нахуй невозможно. Хотя вот здесь это такой популярный, типа, и я без понятия, сколько нужно, чтобы попасть хотя бы в топ-1000, но мне бы... Здесь ни одного такого Ниссана просто. Иди. Иди. Ладно. Хорошо. Попробую. 105 тысяч, бля. Так, во-первых, это мне надо переключиться. Блин, я на клаве. На клаве это, конечно, пи***ц просто извращение играть, дрифтить. Вообще, в Форзу, в принципе, на клаве играть такое себе. Еще, как бы, ну, для дрифта ручная коробка желательно, потому что на автомате, ну, я точно никакую топ-1000 не войду. Я на ручной редко катаюсь, только когда дрифчу, а дрифчу я редко в Форзе. Это будет проблема. Ну, я не знаю, давай сразу не будем выебываться. Тут я пойду сразу туда и посмотрю просто, на что она годится. Дебила кусок, блядь, что я придумал. Ну, блядь, ну, такими темпами я точно никуда не попаду, ни в какие тысячи, ни в какие 10 тысяч даже. Как знал, что мне для дрифта, блядь, машина попадется. Ёб твою. И мощности очень мало вообще здесь. Либо я дебил просто, ну, как бы это тоже фактор влияющий, но привык уже на всяких вайперах вот этих вот дрифтить. Не, это хуйня полная. Надо какой-нибудь такой... Вот, кстати, может быть... Блядь, не, тем более обосрусь. Хотя, давай лучше вот сюда я все-таки перемещусь, попробую я другой дрифт-ивент, который именно на грязи, потому что мощности у нее мало, ей нужно прям скользить. Механик. Ну, ёб твою мать! Почему не считаются очки? Я шо? Не, у меня реально траблы какие-то, траблы. Люди, блядь, создают конфигурации, там, подбирают по 200 раз, трассу обкатывают, выбирают, блядь, для каждой трассы свою машину, для этой машины свою настройку. Блядь, каждый под себя, ёб твою мать. А я решил вот так, да, поехали. Чё, 46 тысяч? Ну окей, допустим, первый раз. У меня сколько было? 43. Вряд ли у меня что-то получится и здесь, я не знаю. О, здесь 52 тысячи. Если я не 600 тысяч, о... Здесь нужна мощная машина. Потому что в горку. Хотя и не так много очков. 50 тысяч всего лишь, ёб твою мать. Не, ну, хуйня полная, хуйня идея. Вообще нет. Я нашел тут дрифт-зону, на которой у меня на вайпере топ-3 тысячи. Типа 137 тысяч очков. Но здесь она сама по себе длинная. Тут много, как бы, ну так относительно, типа, много поворотов. Если здесь склона будет все вот это вот происходить дело, то да, по-моему, с той стороны как раз со склона. Окей. Okay.
Типа, от чего это зависит? От скорости, не от скорости, от медленности. Блядь, она просто, я не знаю, блядь, почему. Это бессмысленно, блядь. Вообще бессмысленно. Не знаю, вообще возможно это, блядь, или нет. Она просто все, до свидания, говорит. 61 тысяча, блядь, 137, пиздец. Давай попробую другую настройку какую-нибудь поставить. Off-road. Давай так. Off-road drift. Вот. Давай попробую вот это, off-road drift. S2 класс, нихуя себе 920. О, ну окей, она сейчас бодрее, намного бодрее. Прям это чувствуется, блядь, сразу. Только вот... тысяч, я думаю, что, в принципе, если я придрочусь, я что-то смогу сделать. Хотя бы мне бы вайпера рекорд побить, я не знаю уже. Ну окей, мне придется посидеть, наверное, час, но хули, я придумал эту херню, и все, блядь, сейчас я как-то словил какую-то уверенность, типа, поэтому, наверное, блядь. Ну. Ладно, предположим, я там проебал 10 тысяч. Конечно, загнул. Не, ладно, не 10 тысяч, но 5 тысяч хотя бы. Где-то. Так, окей, ну, 100 тысяч я смогу набить, без проблем. Хорошо. Вопрос, могу ли я набить 140 тысяч? Чё ты концентрируешься? Хорошо иду, блядь. Хорошо иду. Рано еще, блядь, концентрироваться, мне кажется, еще никто его не получит. Нахуя я это сделал? Нахуя я его ёбаю? Она не тянет. Я мог бы хотя бы сейчас, наверное, даже 110 тысяч, в принципе. А все не так уж и плохо, мне уже нравится, бля. Не. Мне кажется, нужно с одной прикладкой вообще пройти. И вот это все тоже полностью пройти. Так, 113 тысяч. С каждым разом лучше, все лучше, но я еще мне очень далеко. 113 тысяч, это получается мне еще... Да хуя, блядь. Ну окей, вот 121 тысяч. Хорошо. Ебать! Сука, хуйня. Так, надо кофе выпить. Просто... Ну, радар, короче. Блять, у меня нихуя не получается последний поворот. В принципе, да, 121 я набил. И все. Нет, я проезжаю лучше. Сейчас я проезжаю многие участки лучше. Просто где-то, ну, точнее, где-то, как где-то, в конце я пиздец лажаю. Тогда я в конце очень дохуя, по-моему, очков набрал. Я в конце именно тогда хорошо проехал. Вот, например, здесь у меня 60 тысяч на выходе из вот второго вот этого вот поворота не было. Сейчас, как видишь, есть. Ну, здесь. О, кстати, а я и не заметил. Чё, блядь? 134 тысячи. Мне 3 тысячи осталось до... Ну, как 3 тысячи осталось? Мне сейчас, блядь, следующего... после... Ну, вот сейчас я проеду, набью 118, мне останется... Короче, мне осталось 3 тысячи до рекорда вайпера. И... До моего, короче, рекорда на вайпере. И... все. Короче, сейчас я хочу просто... Всё, сейчас... Еще один раз 134 тысячи. Бля, если б я не обосрался, то я бы сейчас как раз-таки, вот я там где-то и, ну, на том повороте, где у меня на выходе 60 тысяч было, я там и потерял примерно, наверное, 3 тысячи. Я не смотрел, конечно, но мне так кажется. Финальный поворот, пиздец, сколько очков приносит. И если бы я вышел там на 100 тысяч, вот перед финальным поворотом, ну, перед финальной дугой, там два поворота, типа, но они такие плавные, что можно, ну, сказать, дуга. Если б я вышел там на 100 тысяч, как я однажды выходил, когда-то, блядь, в далеком, там, 43-м, то, в принципе, мне кажется, я мог бы и побить реально уже рекорд вайпера. У меня либо первый участок трассы, ну, разделим на два участка, допустим, да, либо первая вот та херня хорошо получается, либо, наоборот, последняя. Ладно, все, буду, короче, просто стараться.
плохо. Ну, блять, вот этот поворот такой ублюдский. Ну, здесь у меня было 80 тысяч. Там было 100 тысяч. Мне так и надо. Тут мне надо 100. Хотя бы. Нет, тут у меня уже где-то 110 даже было. Потом вот этот поворот как-то надо пройти, блять. Не знаю. Одним, ну, без перекладок полностью. Вот просто суть в том, что если сделать перекладку, то все, до свидания. Ну, как бы тебе эта перекладка очков не добавит. Если тянуть, то оно, блядь, не дотягивается. Ну, то есть просто на ручнике, если тянуть, блядь, машину вон до туда, до финиша, она как бы не, ну, видно сейчас было. На вот самом моем, ну, на данный момент лучшем моменте. Заедем. Блять, почему я съехал на траву, блять, вот сей, как вот, блять, оно не засчитало. Ну что за фейлы, ёб твою мать. Ладно, я побил рекорд, и я вошел в топ тысяч, в топ 3000. Окей, мне не к чему теперь, ну, то есть, как бы, мне было стремиться к вайперу, сейчас я не знаю, к чему стремиться. Потому что, к сожалению, Forza, ну, вот эта вот таблица лидербордов так устроена, что, блять, я не могу, ну, пролистать ее до топ 1000. Это будет очень долго. А если я буду листать тем способом, которым быстро, то оно будет, ну, ложиться нахуй, кудахтер будет вообще навсегда. Бля, ну такое. Очень хорошо ехал. Прям пиздец, как хорошо ехал. В конце все. Ну, окей. Я и, ну, тут как бы, понятное дело, что я могу еще лучше. Смогу ли я в топ 1000? Ну, смогу, блядь, чуть. Это будет первый мой топ 1000 в дрифте. Ну, в дрифте Вент. Это было бы круто. Здесь третью, надо придрочиться, вот здесь третью подрубать. Она пиздец, какой буст в очках дает. Блядь, вот здесь, как я нахуй тут набил? А, вот так, перекладка, ёпта. Понятно. И опять финальный поворот. Хорошо, я могу теперь 80... Я могу теперь вообще... Я могу теперь, получается, даже, наверное, на 120? Вот давай попробую сначала не последний поворот, хотя мне именно это бы и пригодилось сейчас. Попробую, короче, на 120 тысячах выехать перед дугой. То есть у меня до вот этого вот самого резкого поворота получалось 80 тысяч. Вот здесь, в теории, вот где я сейчас, я мог бы 120 быть. Ну, могло бы, наверное. Бля, вообще без понятия, как этот ёбаную хуйню проходить. Финальную дугу. Еще. Блядь, не четвертую. Не, четвертую она вообще не тянет. И, блин, это плохо. Если бы она тянула четвертую, это было бы вот кайф, потом, ну, вот этот поворот проходить. Последний. Ну, он, блин, проблемный, пиздец. Я не знаю, как бы... Я не помню, как на вайпере оно все проходится. Я не хочу пытаться. Изначально хотел попробовать просто сравнить, когда вот совсем ничего не получалось. Но сейчас не хочу, потому что отвыкну. И вот буквально там две попытки... Ну, два раза на вайпере, если проеду, все, до свидания, сразу. Хотел 120. Ух ты. Да. Рекорд. Ебать. А чё?
Я даже как-то не обратил внимания, лол. Ладно, окей, где я? Ну, это не топ 1000. Ну, я надеюсь, где-то 1050. Ой, 1500 я имел в виду. Да, почти 1500. 1682. Ну, на самом деле, я надеялся, что это топ 1000. Ну, блядь, конечно, это не топ 1000. И примерно, наверное, да. Не, стоп, нихуя, подожди. 146 тысяч я проехал. Я думал, я говорил, сколько? На 20 тысяч больше где-то, чем Viper, это будет топ 1000. Ну, я ошибся, потому что где-то, наверное, не на 20 тысяч. Тут, в принципе, может быть и такое, что 2000 очков больше я наберу, и уже будет топ 1000. Я не знаю. И посмотреть я, к сожалению, не могу. На третьем надо проходить. Ой. Вот здесь у меня очень хорошо получается вот первый поворот засирать, а второй вот прям тогда идеально получается. Либо у меня не получается ни первый, ни второй, либо, хуй пойми каким чудом, правда, я вот в эти моменты всегда ворон ловлю, это, как там называется, ой, запись идет, идет. Ну, короче, считаю, вот, ворон ловить. Это билиберда. Билиберда, что у меня в конце, блядь, получается. Опять-таки. Засрал последний поворот. Очень хорошо был. Хуйня. Блять, я хотел. Я уже прошел, да? Все? А нет. Ладно, насрать. Там и так. Ну, я видел, что там 146 тысяч было, но, блядь... Ладно, похер, не буду я так ревайндить жестко, потому что это херня полная. Блядь, ну как его проходить? Вот этот финальный поворот. Блин, это самая жесткая, самая херовая часть этой трассы. У меня она, блядь, вообще не получается. Нормально. Как же хорошо, что светло стало. Блядь, как красиво. Вот... Битрейт вам, к сожалению, не позволит увидеть всю красоту Форзы. Блядь, попробую еще раз. Блядь, да, неудачно. Блядь. Такое себе. Блин, вот опять! Я прям уже около финиша был, и я просто решил по приколу, ну, типа, боком заехать на финиш. Ну, то есть, там, каплю очков нафармить. Ну, нафармил 5000. Ну, то есть, было 130, стало 135. Это пиздец. Если после того поворота, получается, выйти нормально... Выйти нормально и на третий зайти вниз, вот тот поворот, который типа с прыжком, я не знаю, небольшим таким, со склоном жестким, и влево перед финальным, перед финальной дугой. Там скорость большая, и там можно очень много очков тоже набрать. Почти 120. Давай. 152 тысячи. Блять, ну я уже без эмоций, потому что просто... Был, ну было бы это как бы вторая, там третья попытка, естественно, даже десятая, были бы эмоции, блять. Но просто сейчас уже как бы я придрочился, и уже я понимаю то, что вот... это по-любому будет, просто не знаю, когда, ну, в общем-то, я не знаю, потом, наверное, надо будет записать какие-нибудь крики, типа, ебать, получилось. Ну чё, топ 1000? Ну, я уверен, что топ 1000. Если не топ 1000, я обосру сейчас.
Ты представляешь, вот я ж, блядь, вот я в конце мог бы доехать нормально, да? Но я решил вот это вот пробел зажать, вот это как обычно, да, типа, и просто, блядь, и просто обосраться. Блядь, да, сука, пиздец. Блядь, да у меня будет сегодня нормальный старт? Блядь, 149 тысяч. Почти. Мне вот буквально 1000 добить. Вот 1000. А. Не знаю, попробовал как-то этот поворот по-другому пройти. Типа, вроде бы прикольно, но на первом самом, на начале дуги, как бы я вообще очень много, мне кажется, очков таким образом теряю. Хз, вот. Все-таки надо как-то придрочиться к тому, чтобы пройти этот поворот, ну, финальную дугу как бы с перекладкой. Ну, потому что, ну, на этой машине, ну, невозможно ее протянуть до конца. Это очень сложно. Блять, ну такая себе перекладка, да, с такой перекладкой я точно пройду, блять, на топ-1. Вот с такой перекладкой, вот, блядь. Ну, типа, это не совсем перекладка, это, типа, как бы, да, привет, просто шиза, это дурка, блядь, но... А что делать? Ёпта. Я выбрал вот такую машину. Ну, не я, судьба. Могу сейчас поставить рекорд. Уже не могу. Блять, 2000 всего лишь. А мог бы ревайнднуть, кстати. Мог бы. Блять, ну не стал. Дебил. Классно. Ладно, сейчас я словлю кураж. В какой-нибудь момент просто пройду идеально хотя бы какой-то участок. А там, в принципе, добью уже, потому что... Ну, тут такое херня. Да вот здесь никак не могу нормально выбрать вот и траекторию, и, блядь, там перекладку, где делать эту тупорылую, блядь, вообще бессмысленную. Ну, типа, она на этой машине смысленная. Не знаю, сколько это уже продолжается, но... Наверное, квадриллион лет... Давай. Блин, вот это да! Говно. Такое чувство тупое, что я проебал свой звездный час просто, что вот тот раз как раз, когда я проходил, вот это было идеально. То есть и тогда мне и нужно было добрать там, блядь, еще 1002 очков и все. Может быть там включить, попробовать врубить вторую просто и типа арабский дрифт устроить? Вот там, где прямая вот эта маленькая. Она, конечно, ну, маленькая прямая, но, типа, там я просто, блядь, как-то... После третьей, ну, то есть, не знаю, то есть, это... Бля, не, хуйня траектория, говно. Попробуй. А, так надо было сейчас попробовать.
как раз. А то сейчас, блядь, очкану еще. Ух, блядь! Не очканул, сука! Так нахуй! Ну шо, блядь? Ну, боёба, кусок, блядь. 8-2-5. Всё. Пиздец. Наверное, сейчас бас-бустер был, сори. Я просто, ну, руками рот закрыл. Nissan 240SX. Машина выбита из вилспина, блядь. Хуй по... Ну, какой-то тюнинг, конечно, тюнинг чувака какого-то, но тем не менее... Оффроуд тюнинг, то есть таких мало, и там даже не одно... Ну, не было пятизвездочных оффроуд таких тюнингов. Хотя, если бы... Я полагаю, если бы я, возможно, по ключевым словам искал, может быть, и нашел бы, может, я просто дебил кусок, но... Ну, кстати, тюнинг охуенный. Давайте я покажу... Не знаю, кому это нахуй надо, но... Чувак, спасибо. Охуенный тюнинг. Где? Так, вот. SLR Forza Акула, блядь. Спасибо. Ёба народ, охуительно. Просто заебись. S2 920. Это ебануться просто, бля. Я не знаю, сколько времени. Уже 2 часа ночи, я не помню. Ну, где-то час, наверное, максимум полтора я убил на это все, потому что... Ну, блядь, когда изначально это дерьмо произошло, когда мне выпала эта машина, я такой понимаю, то, что так, окей, дрифт. Ну окей, ну бездорожье вряд ли, ну типа там скоростные участки, я... Короче, нихуя у меня не получается, я понимаю то, что, блядь, все пиздец, не получится нихуя у меня. Потом я понимаю то, что, блядь, я оффроуд, хуй, а прыжки тем более, все, до свидания. Ну и какая нахуй, какой нахуй полицейский радар там, где, блядь, 400 плюс надо ехать. И думаю, пиздец, ну дрифт, окей, дрифт. И вот реально, когда мне она выпала, когда я поставил первый тюнинг на нее, я понял то, что нихуя у меня не получится, потому что... Ну, ну очень все плохо. И учитывая мой скилл в дрифте, я, блядь, это реально первый мой топ 1000. Короче, что? Кайф? Я не знаю, что сказать. На клавиатуре, пацаны, никогда не играйте в Forza. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комменты там, ну вот это вот все. Киньте деньги, пожалуйста, на геймпад хотя бы. Хотел бы, нихуя ты, блядь. Или на остров Фортуны. Вот. Правда, я не оставлю никаких ну, там, я не знаю, типа, это. Челлендж. Попробуйте угадать номер карты. Таким образом, можете попробовать угадать и пин-код, и, блядь, задней стороны код, и пароль секьюр. Короче, все. До свидания. Там, блядь, все. Ну, типа, я попрощался. Хуй знает, как прощаться, поэтому все, пока. Ой, пиздец, долбоёба кусок. Не, ну как здороваться? Вот, блядь, вот... Какого хуя вообще, ёбаный в рот, творится? Почему я, блядь, как будто с кем-то разговариваю, но, сука, я как бы сижу один? И хуля, я играю, я когда играю, я молчу, я, блядь, не пизжу ни с кем. А тут я, блядь, должен что-то... Вот, блядь, поздороваться, какого хуя? Вот надо просто ёбаный рот поздороваться. У меня вечно с этим блядские проблемы.